там есть большая колейность, уже в рамках комиссии ограничено движение до 40 километров. Буквально во вторник была встреча с министром транспорта Спитаем, с Алексеем Вячеславовичем. Документы сегодня подготовлены, уже переданы в министерство для того, чтобы передать мост на областной уровень вместе с подъездными дорогами. Цена вопроса именно ремонта мостового перехода составляет порядка 30 миллионов рублей. Я надеюсь, что до конца года мы этот вопрос доведем до конца, передадим его на областной уровень, и, соответственно, уже затраты на содержание и на ремонтные работы будут у нас в министерстве. Такая задача стоит, мы к ней идем. Поручение и одобрение губернатора было получено. Министерство найдет финансовую возможность. Этот вопрос также проговаривался, что в следующем году постараемся этот мост отремонтировать. Там необходимо делать фрезерование, снимать верхний слой, соответственно, приводить дорожное полотно в нормативное состояние, уходить от этой колейности.